Так, друзья, всем привет. Мы купили китайскую лапшу в одном китайском ресторане, в магазине Ждановичев. Сейчас будем пробовать. Вот, смотрите, какие. Чего ты смеешься? Такие разные вкусы. Вот это детская, типа. Еще какие-то конфеты набрали. Ну, потом покажу. А, это какая-то овощная лапша. Какая-то. Где-то я хоть мне сказали не берите, она очень острая. Ну, мы попробуем. Но это тоже какая-то овощная. Ну,